держится. Она верит в меня. Верит в нас и верит не зря. Тысячи километров остались позади. Перед нами Новосибирск. Мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Лекарство, способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Найдем ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню. Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Полковник, мосты целые, фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. И дома все целые. Сэм, что там с радиацией? 8 раз выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Ну что, готов, Артем? Давай за мной. Good luck. Мы вас не подведем. Все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем напролом. Пройдемся по плану еще раз. Ермак! Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан? Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры Алёша, что-то найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Спартанцы, удачи всем. Увидимся на точке сбора. Удачи.
Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Заснула. Вы уже идете? Да. Надеюсь, успеем. Аня сильная, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артем. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо, Коль. Артем, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Черт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду машины. Ну что, готовы? Готовы. Ну, Артем, вот он, твой шанс. Последний. Ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь.
По коням. Артём, ты смотри по сторонам, мне будет некогда. Дорога тут точно не чищена. Удачи, ребята. Кроме нас, ей надеяться не на кого. Сколько вагонов стоит. Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Так, пешком было бы легче, но из кабины лучше не вылезать. Меньше радиации схватим. Но мы рискнем. Не жалеешь? Вижу, жалеешь. Только давай эти переживания. Сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. Похоже, там можно выбраться. Держись, ща тряхнёт. Сколько машин. Военные все перекрыли. Похоже, накрыло в разгар эвакуации. А, да, тут мы хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Артём, давай за баранку. Я по карте смотреть буду, куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход в метро тут недалеко. Поехали, время не ждёт. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. О, сколько снега. А буря все усиливается. А, дико выглядит. Дома целые, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Черт, ладно, ладно, давай направо, деваться больше некуда.
Давай во двор, налево. Только не торопись, а то застрянем, заметет. Давай по прямой. Аккуратней, Артём. Аккуратней. Ёперный балет, снова пробка. Тут, похоже, танк прошел. Давай за ним. Все, приехали, черт подери. Дальше на своих двоих придется. Надо спешить, фон все растет, фильтров надолго не хватит. Давай, давай, за мной, не останавливайся, или нам конец. Добрались все-таки. Давай поищем проход в сторону центра. А, ничего себе, тут все привалило. Есть идеи, как попасть в тоннель? Давай попробуем через вагон. Он вроде выдержал. Ну, 3-4. Скелеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Идем дальше. Только не расслабляйся, эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут выжил. Нам надо на станцию Площадь Ленина. Институт от нее в двух шагах.
Метро-то тут не особо глубокое. Радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче. Но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы. Тоннели. Ну что, родная стихия, все как в Москве. Теперь не пропадем. Дышать, похоже, можно. И тут твари. Сейчас полезно, но ничего, нам не впервой. Прямой дороги нет. Артём, осмотрись тут. Нам надо попасть в соседний туннель. Попробуем протиснуться здесь. Вон проход. Давай вперед, я прикрою. Еще охота! О, блин! Еще лезут! Приготовься! Что же эти твари жрут тут, интересно? Людей-то нет? Смотри, сколько крови. Давно тут все заброшено. Артём, осмотри тут. Может, найдешь что-нибудь полезное. У тебя там народ всю школу как раз. Снова тупик. Мост обвалился.
Слышал, что это было? В воде точно что-то есть. Надо скорее выбираться. Здесь можно вылезти. А вот и местные жители. Похоже на ту. Восемь тысяч километров для нас. Интересно. Это кто же? Артём, живой? Повезло. Это тебе не наше метро. И помочь нам здесь некому, понял? Если ногу сломаешь, сам на Аврору поползешь. А мне без лекарства назад дороги нет. Ладно, давай руку, вытащу. Ну идем. Только теперь уж смотри под ноги. И так кучу времени потеряли. Тут выход в тоннель. Что-то мне подпорки эти не нравятся. Как бы не завалило нас тут. Пойдем к гермоворотам. Там должен быть переход на соседнюю станцию. Что это? Слышал? Тише. Вот, еще раз. Какого черта? Упыри! Огонь! Thank you.
Что это? Слышал? Тише. Вот, еще раз. Какого черта? Самое логово этих тварей. Взяли. Хватит, пошли. Смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. Все метро строились похоже, так что здесь должна быть вент-шахта. Так, по идее, если пойдем прямо, выйдем... Вентиляционный тоннель, а оттуда соседний, путевой. Вот железка чертова. Артём, слышал? Будь наготове. Смотри, эта решетка не закреплена. Глянь, что там. Вставай! Давай подсажу. Давай удар.
не пробегал, я бы заметил. Посмотри с той стороны, а я здесь поищу. Бояться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. Ты здесь, мы знаем. Иди сюда, парень, хватит прятаться, не бойся. Бояться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. О, Артём, держи! Стоять! Куда пошел? Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения «Оскоп». А больше я вам ничего не скажу, можете сразу убивать. Хлебников, значит так, рядовой, мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из «Оскоп». Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что веди. Тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Только смотри без фокусов. Фериалил Хитими, Алексей, перешел в 03 КППВП Саскай. Какая это станция? Ну, проспект. Какая еще? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артём. Стой! Все чисто. Ну, идем. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? Ха-ха-ха, а ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка такая? Не знаете? Подождите, вы вообще с какой станции? Артём с ВДНХ, я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас! Чёрт, мальчик! Посадите меня! Давай. Скорее!
это что скажете, а? Еще охота! Ну, идите сюда! Прорвемся! Скотина! Нравится? Нравится, твари! Ха-ха-ха! Ишь, как удираешь! Вот это я понимаю! Ну что, рядовой Хлебников, можешь выходить! Ау, парень, ты где? Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать. Подумаешь, певток мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто! Подождите секунду, я ворот открою. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили. Уютно у вас тут. А где все? Отец на задание ушел, а больше нет никого. После войны никого не осталось. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую... Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был, как у богачей. Так и стоп. Выжили. Артём, смотри. Спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алёшей потерялись. Откуда это у вас, рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попадания и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артём, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой, надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник, слышу хорошо. Какой связи? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артём в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Аврора, повторите, прием.
Аврора, как слышите? Прием! Черт. Опять помехи. Артем, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе с... Подождите! Без антирада на улицу нельзя! Осталось три ампулы! Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Что, по душе рельса моя? Бери, тебе она, пожалуй, больше пригодится. Только про патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Артем, ты фильтры не забыл восстановить. Там будет негде. Да, здесь ловить нечего. А, ну где же она? Скажи, Кирилл, а как все же получилось, что вы с отцом остались одни? Зеленка. Антирада не осталось почти, а без него смерть. Дальние станции взбунтовались. Комитет послал солдат. Ну и началась война. Ну дальше кто в боях, кто при пожаре погиб. Входы охранять некому, ну мутанты со всех сторон сразу и прорвались. Ясно. Прости, что напомнил. А, да ничего, я привык. Ага, вот она где! Я так понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. Да, вон та! Потом через станцию и в правый тоннель. Это внутримышечная. Введите, если плохо станет. Спасибо, боец. Вот благодаря чему они выживали все это время. Ну что, готов? Ну, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед!